Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей. Теперь для получения полиса ОСАГО не нужно предъявлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Поправки вступят в силу 22 августа. Изменения не касаются такси, грузовиков, автомобилей предприятий и автобусы. Из-за ухудшения эпидобстановки ряд регионов вводят ограничения. Так, в Москве сегодня началась нерабочая неделя. В Ханты-Мансийске запретили массовые мероприятия с участием более 20 человек. Мини-локдауны ввели в Бурятии, Хабаровском крае, Мурманской области, Мари-Эл. Парусная яхта «Милонга» завершила свое кругосветное путешествие, которое посвятило столетию ТАИ СССР. Судно с тремя татарстанцами вышло из Казани 28 июля прошлого года. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.